Соединенные Штаты впервые рассекретили сумму своего долга перед Саудовской Аравией. Оказалось, что Вашингтон задолжал Эр-Рияду свыше 116 миллиардов долларов. Однако не исключено, что реальная цифра гораздо выше за счет кредитов офшорных компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших иностранных держателей гособлигаций США. На первом месте Китай и Япония. К слову, данные об иностранных держателях своих казначейских обязательств США публикуют с 1974 года, но Саудовская Аравия никогда ранее не числилась в этом списке.